Всем привет! Сегодня я решила снять домашнее видео. Есть несколько поводов. А если разобраться, то прям много. Не было настроения снимать. Признаюсь честно, и времени тоже. Это красотка Зора. Буквально недавно я снимала видео в Экофлоре, видео поступления орхидеи, которые мы заказываем сами, выбираем из предложенного Юлией. И я сказала, что у меня нет оранжевых орхидей, рыженьких, лисичек нету. Однажды я пыталась, дважды я пыталась завести серфсонг и дважды безуспешно. Но никогда не говори никогда, у меня сегодня новинка, и вы видите, какая. Это еще и бабочка. Помимо того, что она рыженькая, еще и бабочка. Сейчас попробую по-другому снять. В Омске не просто бабье лето, у нас в Омске жара. У нас в Омске 30 градусов. Ну а у меня еще и, как вы знаете, южная сторона. Изнываю от жары. Остановись мгновение, ты прекрасна. Название мне ее подсказали — Сахара. Наверное, да, соответствует, я думаю, название. Сахара. Засушила бутон. Еще один бутончик жив. Тут тоже засушила. И у нас есть вот здесь цветонос. Нижний засушенный. Этот, я думаю, будет жив. Розетка небольшая, корней немного. Сейчас я ею и займусь. Влагоемкий очень грунт. Хочу грунт сверху маленько отсыпать. Все-таки надо насладиться цветением. Пересаживать не буду точно. Уберу верхний грунт. Обработаю. Засыплю пудрой чистотел, как я это обычно делаю. Ищу какой-то ракурс для заставки. Ну, согласитесь, красавица. Я таких еще не видела. Ближе рассмотрим. А то я забуду, ради чего видео собиралась сделать. Так, похвастала. Теперь перейдем тому, что я хотела показать. Как вам такой букет? А букет этот из туфелек «Белая леди». Все, я их достала. Вот они. Это орхидея с другой планеты. Всегда это подчеркиваю. У белой леди цветок очень крупный. Вот такой перламутровый. Он открывается зеленцой, потом понемножку становится желтее цветочек. Вот, кстати, отцветает. В дороге им, конечно, тяжко приходится. Упакованы были отлично.
смотрит вниз, и пока их доставала, сейчас покажу, есть не просто на один цветочек, а вот, а еще и бутон, либо вторая розетка собирается цвести, лист в краб. Три розетки минимум. Я уже все проверила, посмотрела. И эти башмаки на продажу. Если кто-то, это вот они так упакованы были. Если кто-то хочет себе такую красотку, я с удовольствием с вами поделюсь. Отправлю почтой, утеплю, если есть еще такая возможность. У нас, например, лето. Никто не скажет, что конец сентября. Вот. Либо есть возможность отправить поездом. Особенно направление Омск-Владивосток. Хорошо налажено, все отлажено, уже проверено не первый раз. Вот такая вот история. Башмаков на продажу у меня много. Когда мне только пришли самые первые башмачки, я их активно предлагала. А потом перестала это делать. И они стали давать цветоносы. Вы видите? Это башмак с пеционом. Вот такое цветение я жду. Башмаков у меня куча, кучная. И все стали активно давать цветоносы. Все башмаки, какие у меня есть на продажу, картинками вставлю в конце. Я уже просто не представляю своей жизни без Пиноккио. Пиноккио у меня есть классический вот такой. И есть полностью желтые. Приятно, когда на одном цветоносе цветет сразу два цветочка. Конечно, один. Скоро я приду, он будет лежать, телефон. Скажет, что он хочет увидеть. А я хотела вам показать, какой он мохнатенький. Ой, телефон понял, что я хочу показать. Видите? Пиноккио — это револьверное цветение, поэтому всегда на готове есть новый бутон. Без цветения вас не оставит точно. 100% будет цвести в прямом смысле годами. Вот еще какие у меня башмаки есть, каких у меня только нет. Активно растут. Возможно, даже это уже есть топ-лист. Это вот такой башмак. И это тоже будет башмачок. Когда-то точно зацветет. Представляете размеры? Он огромный. Таких у меня 5 штук. Ни разу не видела цветения. Цвести он будет вот так. Я уверена, что он обязательно зацветет. С удовольствием рекламирую все, что я привожу. И есть у меня еще на продажу вот такое чудо чудное, диво дивное. Это психопсисы. Психопсисы рожковые, как я их называю, марипоза. И психопсис трилипс есть. Цветущего у меня пока нет такого. Есть только вот марипоза. То
же самое не оставит без цветения. Есть у меня еще одна орхидея, сейчас покажу. Они были в экофлоре, отцвели, скинули, точнее, из вредности все цветочки и стали доращивать кончики. Очень даже мило получилось. Тем более, она любит давать деток, бесконечно цвести. И даже сейчас, несмотря на то, что были сброшены все цветы, цветет. Хочется, конечно, постоянного цветения. Кому этого не хочется? Тем более нам в Сибири. Вот. Все. Добавляю фотографии всех башмаков, какие у меня есть на сегодня. Кому интересно, присоединяйтесь к нам в чат. И я поделюсь с вами этой красотой. Пока. Пока.